Этот звон редко услышишь в будни. Подобным образом колокола в основном звучат на концертах. Алексей приехал специально из Миасса, чтобы познакомить челябинцев с балканским перезвоном. Врач по совместительству на колоколах бьет уже 14 лет. Звон колокольный – это вообще призыв к Богу. То есть это и молитва в том числе. То есть когда звон начинается, это уже начало церковной службы. Ну, в древние времена не все могли прийти, а ну, там работали, были заняты. Чтобы они могли знать, они молились параллельно, и чтобы они могли знать, какая часть службы в настоящее время идет. В это воскресенье церковь отмечала перенесение мощей святого Симеона Верхотурского. В честь праведника десятки звонарей региона организовали колокольный фестиваль. Православные мелодии звучали по всему городу в храмах, соборе и монастыре. Даже в старину, когда были всякие эпидемии, этот звон отгонял. Люди выздоравливали, люди становились добрее, светлее, чище. Поэтому это нужно, это очень нужное и своевременное дело. Огромное влияние колокольный звон оказывает на душевное состояние человека и его психику. Есть мнение, что вибрация инструмента влияет на лечение даже хронических болезней. Ксения Шитлина, Роман Поротиков, 31 канал.